Инфраструктура, здоровье, экология и многое другое. Главная цель всех национальных проектов России – улучшение качества жизни каждого жителя огромной страны. Взять, к примеру, дороги. Транспортное эксплуатационное состояние автомобильных дорог напрямую влияет на обеспечение безопасности участников дорожного движения. За 4 года реализации национального проекта на территории нашего региона приведено в нормативное состояние порядка 500 километров автомобильных дорог. При этом ежегодно отмечается увеличение темпов дорожного строительства. Сезон дорожных работ в Ульяновской области близится к завершению. Выполнено 84% от плана по нацпроекту в 115 километров. Ремонт комплексный. Это не только укладка асфальта, но и укрепление обочин, нанесение новой разметки, установка освещения. В зоне внимания не только трассы федерального назначения, но и дороги муниципальные. Например, участок у Степановки в Барышском районе. Проблемный отрезок, давно пользующийся дурной славой у местных жителей. Вот за эту дорогу прямо огромное вам спасибо. Вот это, да? Да. За ваше решение, потому что это на базарном Сызгане, а тем более у нас больница с базарным Сызганом, они объединены и заездят к нам. Вот это был самый поганый участок. Ну, в общем-то, я считаю, 360 миллионов в целом на ремонт дорог в районе – это достойная сумма. Поэтому дальше будем также продолжать. Здесь же, в Барышском районе, в селе Водорадск, к завершению подходит строительство дома-интерната для пожилых и инвалидов. Социальное учреждение для одной из самых уязвимых групп населения возводится по национальному проекту «Демография». Сейчас рабочие приступили к внутренней отделке помещений и проведению технических коммуникаций. Несмотря на возникающие трудности, закончить обещают ровно в срок – к 20 октября. Инженерия, вот как раз отставание по инженерии, по внутренней – это отопление, водопровод. Ну, сейчас мы наверстываем все. Сейчас вот работаем над тем, чтобы мобилизовать дополнительные силы сюда и подтянуть эти системы. Еще одно масштабное строительство, невозможное без федеральной поддержки. Капитальная реконструкция водоочистных сооружений в Ульяновске и Барыше. Основная цель – в 3 раза сократить количество загрязняющих веществ, сбрасываемых в Волгу. Проект стоимостью почти в 5 миллиардов рублей предусматривает несколько этапов. Работы по обновлению первой очереди в правобережье подходят к завершению. Это восстановление бетонных конструкций, это замена всего аэрационного оборудования на современное, это реализация современных методов и принципов очистки сточных вод. Здесь организован полный цикл удаления азотной группы с денитрификацией и нитрификацией. В том числе здесь предусмотрен процесс полного удаления заведений фосфата. Закончить пусконаладочные работы и ввести обновленные сооружения в эксплуатацию планируется этой осенью.